have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Аланушки, и почему-то я все это время играл не в своем родном разрешении. Я не знаю, почему произошла такая дичь, я вроде как вначале облазил все опции, сейчас тот все это при загрузке увидел, что значки Стима выглядят неадекватно, и такой, а почему? Залез посмотреть, оно в каком-то дичайшем разрешении, то ли я настроил, и оно сбилось, то ли я просто не настроил, какая-то серия, 365-я? Ладно, в любом случае, как есть, так есть. Стало прям, ну не знаю, как это на записи будет видно, мне стало прям в разы лучше. Оно все стало прям хорошо, прям хорошо. Помните, я вам еще говорил такой, а почему, по-моему, в первой серии я говорил, что с графониями, почему он такой. Вот неродное разрешение, неродная резолюция. А, так, хорошо, давайте будем посмотреть. Any news on the engines? Какой engines? Ты чё? It makes no sense. They're out of fuel. The centrifuge is offline. We're tethered to a 4 trillion ton payload. Without the engines, it's dragging us down to the planet. Can you handle it alone? Sure. Fix the centrifuge, get the fuel running, then do a full restart. But you'll need to stabilize our orbit from there. Standing by. Fast as you can, Isaac. Fast as you can. Так вот, извините, пожалуйста, а нафига тогда у нас экипаж, состоящий там из 100-500 человек, если у нас Айзек один может перезаправить этот корабль, даже находящийся в экстренной ситуации? Что-то я не знаю, не понимаю что-то в этой жизни. Но я понимаю, что это игровые условности. Успокойся, тормозить, пожалуйста. Я понимаю, что это игровые условности, все дела, и... Ну, как вам сказать, та же самая Аманда Рипли, она же тоже занималась половину времени того, что находила и чинила Севастополь. Блин, как-то... Иди в задницу, пошипи на кого-то другого. Ты же не человек? Нет, ты просто костюм, хорошо. Как я вам и говорил, в прошлый раз я немножечко подзадолбался от того, что, ну, елки-палки, нормальный должен быть посередине, нормальный уровень сложности. Здесь нормальный уровень сложности предпоследний. Вот, и... ну, нет, не то. Как-то, ну, не должно быть так. О, а ты кто? Риппер. Это инструмент, это оружие, ты кто такой? Что это вообще? Не то. Вот эта штука, она еще очень сильно бесит. Я уже говорил об этом, скажу еще раз. Почему, блин? Вы же сделали чертов ремикс 23-го, ну, ремейк 23-го года. Оно вышло в 23-м году. Вы исправили кучу всяких разных вещей. Почему нельзя сделать мышку в основном инвентаре? Ну, это же бред. Ну, почему я должен убирать руку с мышки и клацать на стрелочки? Спасибо, это офигенно удобно. Equip... А, это все-таки оружие. Значит, сюда. Что оно такое? Я еще без понятия. Это на 4. Почему это на 4? Ладно. 8. А, это пилы. Погоди, вот это... На расчленение конечности это должно идти неплохо. А нам в... Туда... Пойдем пощупаем, что здесь. Где жопа? Ну такие скримеры, это глупо. Почему я беру деньги и срабатывает душ? Castle security request. Henderson needs the medical bay. And a shrink.
Не хотелось на него патроны тратить. О, тут есть бенч, погоди. Патроны на Рипер. Каким, блин, образом? Ты тут был? Мастер оверрайд. Офигенно. Так, а минечку, я на бенче был в прошлой серии или нет? У меня нету шайб. Ну, тогда все. А что, можно качнуть на рипере? Дэмэдж, а у него небольшой дэмэдж. Ага. Reload time длинный. Capacity 8 можно увеличивать дважды. Дэмэдж, ну то есть... Начинает с дэмэджа, и дэмэджа у него 4. Я понял, надо будет его на ком-то чекнуть, но не в такой вот экстренной атмосфере, как вот сейчас это было. Мне не сюда, не сюда. Хорошо. Тогда что здесь? Identifies the subject was junior engineer David Swenson. Ага. The subject was dismembered. Николь, это же наша девушка вроде как, да? Или наша бабушка, как кто-то навекал в комментариях. Деньги, 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 деньги. Postmortem spasms. Ты уверена? The chest contains a yellow vial seen in other specimens. Seen this vial reacted dead or bioprosthetic cells. Evacuate this area immediately. The dead tissue is absorbed, refined, then reanimated. Оно сейчас встанет? The vial shares genetic markers with human DNA and чем мне, кстати, по оружию? 61. 61 это еще терпимо, хотя мне не нравится, что так мало. Все 4 увеличенной capacity, и то не хватает. У меня даже полная обойма нет на автомате. Application engineering, utop mission rig, find kind's mining deck. Так, это активировать, это мне не надо. Я не знаю, то ли какую-то побочку нашел, то ли еще что-то, потому что мне туда, и два раза мне задание показало, что мне сюда, но при этом окей, точно сюда, хорошо. Refuel engine. Это говна, кусок. Ну что, ты, зачем ты? Тут бочка взрывная. Сюда нужен второй уровень доступа. Деньги. В таких, блин, ящиках должны давать шайбы. Вы там вообще офигели. Почему это не выглядит хорошо, а? Мне туда, понял. А я могу? F. А он просто так не... Я их могу метать, хорошо. Ну, чисто теоретически, да? Всякий случай. Я подумал, что я могу вернуться и всякое такое, но подумал, что это будет какая-то уже паника, если я вернусь. Хотя, знаете что?
Дайте мне сюда эту фигню. Правда, с ней же придется с зажатой буквой ходить. Сюда иди, пожалуйста. Кислород. Это я уже понял про main engine. Вот эту штуку можно сюда передвинуть. Это я тоже понял. Сейчас я сюда хочу наверх. А мне? Мне туда. Я хочу сходить глянуть, что тут происходит. А мне явно обратно. Oxygen 50-55. Как так-то? Игра, сходи знаешь куда? Почему я топаю по ящику, взрывается эта фигня? Ну, как... Ай, блин, просто забей. Ну, это же магнитное. А, мне надо было сюда. А к... Я могу это теперь выключить, нет? Ага. Уже не могу. Ну или... Или я накосячил? Ладно, сейчас посмотрим. Мне туда наверх еще надо бы зайти. На самом деле очень сильно бесит. Потому что, ну, с одной стороны, да, ты знаешь, что игра тебе подкинет что-то сзади. С другой стороны, все-таки ты так и убиваешь чувака, и все, нет никакого звука сзади, но просто музыка не прекращается до практически последней секунды, пока ты уже не слышишь, что... Ага, спасибо. Да. Да ну дай я пройду, кусок ты говна, ну почему ж так-то все? Нет, ну это бесит на самом деле, знаешь, хочешь пробежать, потому что... перезаряди. Вот эта штука, я пока то ли не понял, как ей пользоваться, зря я в экстренной ситуации начал ей пользоваться. У меня capacity 60 сейчас. Да, 60. Маленькая такая штучечка, но типа компьютер считает, что оно стоит на твоем пути. И поэтому ты не можешь пройти через эту штуку, потому что оно стоит на твоем пути. Ну блин, ну это же бесит. Это у нас шорткат сюда идет, да? Шорткат. О, кстати, я могу продать всякую фигню не нужно. Может быть шайбу купить. Раз у нас этот недалеко... Какая? Рикошет трейсер для рипера? Что, блин? Погоди. Плазма катер апгрейд. Хит аккумулятор. Bring the part to the bench to extend upgrade path. 11 тысяч требует. А у нас, кстати, мы можем там пару вещей продать. Вот, например, вот эту. Вот, теперь мы можем купить пару вещей себе. Во-первых, у нас есть на
плазма-катер. Есть кинетик аутолодер. Это на пульс райфл, я понял. А это на рипера. То есть у нас есть апгрейды, которые нам придется покупать. Вместо шайбы сейчас придется купить вот это вот, потому что я им больше всего пользуюсь. Это печально. В сторидже у меня ничего такого вроде нету. Продать. Я могу, конечно, что-то продать в обмен на аптечку, но толку мне с этого. А где там была эта штука сейчас? Вон там был бенч. Пойдем. Я надеюсь, тут не будет просто левого спауна этих придурков. Это было бы обидно на самом деле. Так, отлично. Partner has been salvaged. А, то есть, покупая... Покупая апгрейд, я покупаю себе еще и дополнительный power note. Хорошо, 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 оно того стоит. Может, я тогда хилочку себе качну? Хилочку я не могу пока что. Я могу себе дополнительный воздух качать. Ну, давайте, в самом деле. Мы пойдем в сторону хилочки. То есть, окей, покупая шайбу, мы тратим 10. Покупая вот эту штуку, мы тратим 11, но при этом, устанавливая улучшение, у нас, смотрите, на нем открылись дополнительные hit accumulation, да? Special 1, Special 2, картридж рек. То есть, оно выгодно получается. Я получаю дополнение для своей пушки и получаю еще дополнительную шайбу. Хорошо. Тогда не жалко. Тогда не жалко. Я ухожу в минус 1000. Минус 1000 это, в принципе, немного относительно. Ну, много, конечно. Тут деньги очень трудно достаются. Но уж как есть. Так, пойдемте. Теперь можно и сохраниться. Вот. Хилок у нас немного, конечно. Ну, в смысле, хилок вообще нету жизни. У нас немного. Это все неприятно. На empty slot пока что продолжаем на медиуме. Но я же говорю, что... Любое подозрительное движение игры... А, теперь нам сюда. Вот, и... Блин, я думал нам возвращаться туда. А, ну так. Я думал, что типа шорткат открыли, и дальше там будем... что-то делать. Сюда? Да, сюда. Картриджи на эту фигню на четверку. Ее надо перезарядить. У нее 8, по-моему, держится. Вот как она работает. В общем, я ее просто неправильно пользовался. Я выстрелил все картриджи и... Ну, окей, не разобрался. Надо было почитать инструкцию, которую я вначале провтыкал. Такое тоже бывает. Вот сюда мне, да. Баллончик, который я притащил с собой. Поехали. Тут, конечно, эпичненько. Ну и поскольку, знаете, игра немножечко такие спойлеры кидает, поскольку там был кислородный баллон, вон он зеленый, то явно выбираться отсюда я по-нормальному не буду. Произойдет какая-то жопа.
еще идет? Или мне показалось? Ну вот, две хилочки дали, две хилочки сожрали. Потому что меня умудрились ударить. Ну, я приезжаю. Спасибо. Это мои последние патроны. Отлично. Последние 8 патронов. Ну, то есть, ну, как это ж не может быть плохо, да? На мое наружу. Progress report filed by Jacob Temple. The engine problems aren't a malfunction. Someone shut off the fuel lines to the primary engine and damaged the valves to hell and back. We just waited an hour fixing them. Now we need to restart the south refueling station, but some jackass turned off the power and locked up the circuit breaker. Uh-huh. No engines? We're gonna hit planetfall soon. What now? Security. There's gotta be someone around here who had a spare access card. Go. Wait, you hear that? Shepard, go! Отсюда вылезти можно, кстати. Я на него явно больше, чем 25 потратил. Так, fuel card. Одна штука залезла туда. То есть мне явно нужно подключить сначала энергию, потом... Как у меня? Было, по-моему, 3 обоймы. Да, осталось пол обоймы в никуда ушло, потому что я сначала подключу карту. Да чтоб тебя, скотину! С таким звуком появляться, чтоб ты икала. I'll get myself admin privileges. Maybe I can help. Ладно, черт с ним, сохраним сейчас. А потом сохранюсь после того, как запущу топливную эту фигню. Ну, то есть мне же ничего не мешает, правильно? Просто мне кажется, я сейчас запущу топливную фигню, и начнется звездец. Что за звуки? Шай... Вот, я же говорю, в таких штуках должна быть шайба. Так. Circuit breaker. А зачем мне третий? Для чего? Пофиг. Это что дает? Lighting и life support. Ну, понятно. Выключаем свет и потом в темноте прямся туда. Так. Я слышал.
Это только один был, пофиг. I still need to get the centrifuge working before restart. Someone really screwed with these fuel lines. Move fast, Isaac. Aegis 7 is looking damn close out there. Пила против них, кстати, абсолютно бесполезна. Против малых, по крайней мере. Спасибо. Спасибо. Хоть немножко патронов дали на винтовку. Теперь можно будет сохраниться, а потом свалим отсюда. Ну, реально, с патронами прям дефицит-дефицит. И мне на самом деле больше всего нравится использовать катер, потому что винтовка пока что бесполезна. Пусть даже как-то прокачанная, все дела. Ну, хоть немножко. Вот. Я бы на самом деле свет бы включил, если это возможно. То есть или свет, или система жизнеобеспечения, да, вы мне говорите, выбирай. А мы ж так быстро едем. Я не уверен. Странные звуки. Я ж так тоже могу сделать. Просто наверх, да? Поехали. Это же до ближайшего шлюза. Так ни хренища не слышно. А тут игра еще такая: о, чувак, давай-ка ты в это в глухом моде поиграешь. Это ж так весело. Туда. Бесит, что он не может на ходу вот это вот чекать все. Ну, то есть он останавливается и обязательно проверяет вот таким вот образом. Сохраняемся. Ну что, получается отсюда? Ну-ка, куда сейчас? А, сюда. А тут у нас что? Центрифуга. Это другой... Короче, эту зону мы оставляем.
Ну, в принципе, ладно. Сейчас мы посмотрим в последний раз, что мы можем тут сделать в этом магазе. Денег у нас... Да, блин, вроде подбираешь сотку тут, сотку там, а оно нету ни черта. Ничего мы не купим. Ну, мы вроде, кстати, шайбу подобрали, да? Пойдем глянем. Я не пойду. Там вроде что-то топало, оно мне не надо. Будут по пути еще бенчи. Ну, просто для того, чтобы дойти до бенча, убивать монстров, я не вижу в этом никакого смысла. Давайте тогда, ребятушки, на этом заканчивать. Получается, корабль мы заправили. С этой частью мы разобрались. Не знаю. Нет, есть многие вещи, которые мне здесь нравятся. Но, к сожалению, многие вещи, которые не нравятся. Я вам, собственно, их уже поозвучивал. Пишите комменты, если что, если есть какие-то замечания или еще что-то. Пока что спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.